Добрый день, друзья. Наша следующая встреча – это такой брифинг, вечер вопросов и ответов, который называется на этот раз «Быть может». Ну вот мы провели два таких, то есть у нас есть какой-то ритм, три лекции, а потом предполагается, что возникают какие-то вопросы, на которые надо ответить, вот, или в какую-то тему углубиться, и вот такой вот вечер, да, в Зуме. Так что я призываю вас присылать свои вопросы и на сайт библиотеки, или мне в Инстаграм, для того, чтобы мы с вами могли плодотворно и, если повезет, глубоко пообщаться.